Комитет Госдумы одобрил законопроект о бесплатной выдаче земли в Дальневосточном федеральном округе, в том числе иностранцам. Но важным условием является получение гражданства России и невозможность продажи участка. И все равно где-то вдалеке слышится старая песня о том, что Дальний Восток себе забирают китайцы. Но так ли интересен проект бесплатного гектара иностранцам? И чего можно достигнуть с помощью этого проекта? Своим экспертным мнением с Накануне ТВ поделился заместитель директора Института Дальнего Востока РАН по научной работе, доктор экономических наук Андрей Островский. Когда речь идет о всяких там выдачах чего-то, всегда самый главный вопрос, какие условия выдачи, кто будет осваивать, кто инвестировать. Если говорить о выдаче земли на Дальнем Востоке, это не благо. Даже если вам бесплатно выдали землю, на нее надо огромные деньги затратить, чтобы на ней что-то выросло. Вложить на серьезные очень инвестиции. Без инфраструктуры кому нужна земля? Там нужны три вещи. Первое – дороги. Второе – нужна электроэнергия. И третье – вода. Если хотя бы одной этой позиции нет, то эта земля, она ничего не стоит. То есть туда надо огромные затраты осуществить инвестору для того, чтобы освоить хотя бы землю. По словам Андрея Островского, эти земли не нужны никому. Ни своим, ни иностранцам. Им земля наша нужна, но в нынешних условиях они на нее не пойдут. Почему? Вот им нужна земля, но или зерно выращивают, твердые сорта, потому что у них климат другой. Им сои, бобы нужно выращивать. У нас есть территория, это Алтайский край, Кубань, Амурская область, Еврейская автономная область, Приморье. Там можно выращивать сои, бобы по климату. Но дело в том, что у нас инвестиции не страхуются на российской территории. И поэтому китайцы к нам не пойдут. Только идут отдельные, как раньше казаки, землепроходцы, отдельные рисковые люди, которые что-то там у нас пытаются выращивать, снять максимальную прибыль с одной сотки, используя огромное количество химудобрений, после которых лет 20 там ничего расти не будет. Эксперт уверен, такой закон готовят без экспертизы, поэтому он будет неработоспособен. Но зачем тогда он нужен? Законы, они прорабатываться должны, экспертиза должна быть. А я подозреваю, что у нас в Думе экспертизы вообще нет. Потому что нам, например, в институт за последние где-то лет 5 приходило 2 или 3 закона на экспертизу. Мы давали у все 3 раза отрицательное заключение, и потом оказалось, что все вроде как бы и проходило. Но потом все эти законы, они не работали, как, собственно, и отмечалось, что не учтены риски. Всегда любой закон, всегда кто-то хочет с этого что-то получить конкретно. Здесь, судя по всему, для того, чтобы оформлять вот эти дела, кто-то хочет, наверное, получить какие-то доходы вот от чисто от оформления, составления документов, это что же не бесплатно делается. Другое дело, что мало кто будет пользоваться этими законами. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение».